Okay. So we've been talking about the nature of man to do good and to do evil. Мы говорили о человеческой природе, которая делает добро или зло. And we see that Judaism does not say that man has an evil nature. И мы видим, что в иудаизме не верят в то, что у человека злая природа. But does acknowledge that man has an inclination or a tendency to do evil. Но они признают, что у человека есть тенденция, есть наклонности греховные. Is there really a difference? И есть ли какая разница между этим? We have to believe that God created us in His nature, His likeness, which is a good nature. Мы должны верить, что Бог сотворил нас по своему образу и подобию, по своих по образу своей хорошей природы. But He did create us out of the earth. Again. He created us out of the earth, as we see with Adam coming, being created from the earth. И Он создал нас из земли. And so, earth is not perfect. Поэтому земля не совершенна. And so, just like earth is not perfect, neither are we. Так же, как земля не совершенна, почва не совершенна, так и мы не совершенны. And so we do make choices because we're not perfect. И мы делаем выбор такой, потому что мы несовершенны. But that's okay. We're not supposed to be perfect. И мы не должны быть совершенными. Some people strive to be perfect. А у некоторых людей бывает такая проблема, они пытаются быть совершенными. And that is one of the false things about traditional Judaism is a striving to be perfect. Это такая ложь в иудаизме, где люди пытаются быть совершенными. We'll never be perfect. И никогда этого не достигнут. No matter how hard we strive, we are not meant to be perfect. Независимо от того, как сильно бы мы ни пытались, ни прилагали все усилия, все равно мы не будем совершенными. As a matter of fact, God knew that we're not perfect because He created us not perfect. И Бог знал, что мы несовершенны, Он нас такими сотворил. And so He created us knowing that we would sin and make bad choices. И Он создал нас такими, что мы будем знать, когда будем делать плохой выбор и будем грешить. So that we would seek Him and His way. Для того, чтобы искать Его и искать Его путей. And so that's why it's important to acknowledge, to be sensitive to the Holy Spirit and acknowledge when we do wrong. Поэтому нужно быть чувствительными к Духу Святому и признавать те моменты, когда мы поступаем неправильно. And God will prompt us by the Holy Spirit to recognize when we're making wrong choices. И Бог будет Духом Святым говорить нам те моменты, когда мы неправильно поступаем. So that we will seek Him and turn from our evil ways. И мы будем искать Его и будем отвращаться от наших злых путей. And so that's what repentance is all about. И поэтому это вот что значит покаяние. And that's what atonement is all about. И вот для чего необходимо искупление. Now in Judaism, atonement is a big thing. В иудаизме искупление это очень важный момент. We celebrate one day out of the year to atone for our sins. Один день в году мы празднуем, и этот день является днем искупления от грехов. Is that really enough? Достаточно ли этого? No, that's right. It's not Нет, enough. Это правильно, этого недостаточно. So God shows us the real way. Поэтому Бог показывает нам настоящий путь. The example that God gave us of repentance is in David. И пример покаяния, который дает нам Бог, можно видеть в жизни Давида. David was an example of a man after God's own heart. Давид был примером человека по сердцу Божьему. And so in David we see a true heart of repentance. И у Давида мы видим настоящее сердце покаяния. Let's look in Psalm 51. 50-й псалом. Стих: Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Against you,
You only have I sinned. Пред тобою я согрешил. Тебе единому согрешил. And done evil in your sight. И лукавое пред очами твоими сделал. That you may be found just when you speak and blameless when you judge. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. See, David acknowledged that he was by nature sinful. И Давид признает, что по природе своей он грешен. And he was aware when he said, "My sin is always before me." И он говорит, грех мой всегда передо мной. That's how God wants us to walk, being aware that we have the ability to do evil. И Бог хочет, чтобы мы также жили, мы осознавали, что у нас всегда есть возможность согрешить. First of all, if we are aware that we have the ability to do evil, then we will purpose in our heart not to. И когда мы осознаем, что у нас всегда есть возможность согрешить, тогда мы в сердце своем будем искать не грешить, будем удаляться от греха. But when we do evil, then we see that we sin against God and not just ourselves. И когда мы грешим, тогда мы понимать будем, что мы грешим против Бога, а не против себя. It's important that we understand just how David says, "Against you I've done this evil." И как Давид говорит, тебе единому согрешил я. It's not just that we have fallen short because we think that we are perfect. Это не только такое отступление от нашего совершенства. But we have fallen short of a perfect God. Но мы отступили от совершенного Бога. And he knows that we cannot live up to his standards of perfection. И он знает, что мы не можем полностью достичь его стандартов святости. But he wants us to acknowledge in humility that we have fallen short of his righteousness. И он хочет, чтобы мы в смирении признали, что мы отступили от его праведности. And he wants us to understand how we've grieved him. Он хочет, чтобы мы понимали, как мы опечалили его. Because when we sin, we grieve his spirit, the Holy Spirit. Так как когда мы грешим, тогда мы огорчаем его дух. So here we see how David understood that he acknowledged how important it is to acknowledge when we do evil, that's when we return back to God. И Давид понимал, что когда мы согрешаем, после этого очень важно возвратиться к Богу обратно. So that's how God wants us to deal with our sins. Бог хочет, чтобы мы таким же образом относились к нашим грехам. Question is, how does God deal with our sins? И возникает вопрос, как Бог относится к нашим грехам? We see something interesting in Psalm 4. Очень интересно мы видим, что-то интересное видим в 4-м псалме. In verse 2. Второй стих. Says, "How long, O ye sons of men, will you turn my glory to shame?" 4-й псалом, 3-й стих. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании? How long will you love worthlessness and seek falsehood? Доколе будете любить суету и искать лжи? We see here where he talks about how long will you love worthlessness. That's the same thing that Heschel termed nothingness. И здесь он говорит, доколе вы будете суету и суета. Здесь то же самое слово, как что указывал Хешель, ничто же, когда нет ничего. In other words, we seek after things that have no meaning, no value, no purpose. Или же мы ищем того, у чего нету никакой ценности, никакой цели. And that's what the Lord calls vanity. И Бог называет это суетой. So, continuing in verse 3, it says, "But know that the Lord has set apart for himself him who is godly." И в 4-м стихе знаете, что Господь отделил для себя святого своего. And so it says, "The Lord will hear when I call to him." Господь слышит, когда я призываю его. God sees a sinful world. Бог смотрит на грешный мир.
He has hope that all men will turn away from their sin. И он надеется, что все люди отвратятся от своих грехов. At the same time, he acknowledges that not all will. В то же время он понимает, что не все люди так сделают. And so it says that he has set apart those that are godly, those that seek him. И поэтому Бог отделяет для себя святого своего, отделяет тех, которые ищут его. And when it says here, the Lord will hear when I call to him. И также когда здесь говорится, Господь слышит, когда я призываю его. That shows how the Lord expects us to respond to him. И Бог ожидает, что мы будем так относиться к нему. Just like David responded when he was convicted of his sin. Как и Давид, он ответил Богу, когда Бог обличал его в грехе. The difference between all of mankind and those that God looks at are those that he sees find a way of repentance. Again. When it says God looks for those to see any who are godly. И когда говорится, что Бог ищет тех, которые ищут его. It doesn't mean he's looking to see those who are perfect. Это не означает, что он ищет идеальных людей. But he's looking at those who acknowledge their sin. Но он ищет тех, которые признают свой грех. And he's looking for those that are like David, that when they acknowledge their sin, they realize that we have grieved him. И он ищет тех, которые, как и Давид, после греха ищут Бога. And so the Lord waits for us to respond and call unto him. И Бог ждет, что мы ответим, и мы воззовем к Нему. But we know that not many will call to him. Мы знаем, что немногие воззовут к Нему. That doesn't stop us from responding to him. И все же это не должно останавливать нас в общении с Ним. As a matter of fact, he looks for those of us that do acknowledge him to have a responsibility. Again. He looks for those of us who do acknowledge him to have a responsibility. To give them. A responsibility we're going to see to pray for others. Because God sees that not all men are able to. Осознать свой грех. He looks for those of us who understand sin to pray for others. Поэтому он ищет тех из нас, которые понимают, что такое грех, и которые будут молиться о других. So that they will see and understand. Чтобы они увидели, чтобы они поняли. And that's what intercession is all about. И это то, что означает ходатайство. We all have to wonder, was it ourselves that came to God, or did somebody pray for us? Потому что мы иногда спрашиваем себя, это мы просто пришли к Богу, либо кто-то помолился о нас? If none of us are perfect, и никто из нас не совершенен, and we all have the ability to do evil, и если у всех у нас есть способность поступать плохо, somebody had to recognize that and pray for us. То кто-то должен был знать уже это и помолиться о нас. Otherwise, we think that it was us, we, that turned back to God because we're so good. Иначе мы будем думать, что просто мы повернулись, пришли к Богу, потому что мы такие хорошие. And this is something that keeps us humble. Это то, что помогает нам быть смиренными. When we realize that we didn't take it upon ourselves to choose God's way. Когда мы понимаем, что не просто мы сами выбрали Божий путь. Somebody prayed for us. Кто-то помолился о нас. And we responded. И мы ответили. We see this in Isaiah 59. Мы это можем увидеть в 59 главе Исаии. Let's go there. Here we see whose ability is salvation. Is it ours or God's? И поэтому кто может спасать?
мы спасаемся, либо Бог спасает. Verse 1 says, "Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save." В первом стихе: вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. Nor his ear heavy that it cannot hear. И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. So we see God is waiting to hear from us. И мы видим, что Бог ожидает, что Бог ожидает нас. But there's a problem. It says your iniquities have separated you from God. И существует проблема: беззаконие ваше сделали разделение. And your sins have hidden his face from you. И грехи ваши отвращают лице его от вас. So that he will not hear. И он не услышит. And then he says in verse 4, no one calls for justice. И в четвертом стихе: никто не вступается за правду. Nor does any plead for truth. Никто не вступается за истину. So he sees that man does evil, and there are not many out there that are seeking good. И что он видит: человек делает зло, и немногие ищут добра. And there are not many that are seeking truth. И немногие ищут истины. And so it says in verse 8, the way of peace they have not known. И в восьмом стихе: пути мира они не знают. And there is no justice in their ways. И нет суда на стезях их. They've made themselves crooked paths. Пути их искривлены. And whoever takes that way will shall not know peace. И никто, идущий по ним, не знает мира. So he basically says that we don't know how to be right with him. И что он говорит в основном? Мы не знаем, как быть правым перед Богом. So look what he says in verse 9. И в девятом стихе: therefore justice is far from us. Потому-то и далек от вас суд. Nor does righteousness overtake us. И правосудие не достигает до нас. He says, we look for light, but there is darkness. Ждем света, и вот тьма. And for brightness, but we walk in blackness. Озарение, и ходим во мраке. We grope for the wall like the blind. Осязаем, как слепые, стену. As if we had no eyes. Как бы без глаз. So, seems like he's painting a pretty sad picture for man. И как будто он очень такую грустную картину говорит о человеке. So that's how God looks at us. He knows our weakness. He knows that we're blind. He knows our shortcomings. Вот поэтому Бог смотрит на нас так, таким образом. Он знает, что мы слепы, мы немощны. And so, if we look in verse 16, в 16 стихе: he saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. So here we see God wondering, is not anybody going to take notice? Is not anybody going to become an intercessor? И Бог интересуется, что неужели никого это не интересует, неужели никто не заступится? So it says, therefore his own arm brought salvation for him. И помогла ему мышца его. And his own righteousness, it sustained him. И правда его поддержала его. Who is he talking about? О ком он говорит? He's talking about Yeshua. Он говорит о Иешуа. It says he put on righteousness as a breastplate. Он возложил на себя правду как броню. And a helmet of salvation on his head. И шлем спасения на голову свою. He put on the garment of vengeance for clothing. И облёкся в ризу мщения. And was clad with zeal as a cloak. Как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. So he sees man that we are blind, that we don't have the ability, we are not worthy of righteousness. И он говорит, он видит, что человек слеп, что у него нет способности быть праведным. So we are in need of an intercessor. И мы нуждаемся в заступнике. So who was our intercessor? И кто же был нашим заступником? Yeshua is our intercessor. Иешуа наш заступник. What happens if we don't know Yeshua? Что происходит, если мы Иешуа не знаем? We have no solution. Тогда у нас нет никакого решения.
So Judaism continues to seek for a solution. Поэтому иудаизм все так же пытается найти решение. But we do have a responsibility to be intercessors for others. И на нас лежит ответственность быть заступниками за других. And that's how God is seeking for us to bring others to salvation. И Бог ищет нас, Бог ищет тех, кто бы привел других к спасению. He's opened up our eyes. Он открывает наши глаза. We're no longer blind. И мы уже не слепы. In Yeshua, we have faith. В Иешуа у нас есть вера. And we can have faith that God can bring repentance to others. И мы верим в то, что Бог может дать покаяние другим. But the question is, how does traditional Judaism find the solution? Тогда возникает вопрос, какое же решение, как предлагает традиционный иудаизм? Где оно может найти это решение? Heschel says two ways. И Heschel говорил, что есть два способа. One, he says, we can turn to holiness. Во-первых, он говорил, что мы можем обратиться к святости. Two, he says, we can do mitzvot. Во-вторых, мы можем исполнять мицвот. Remember, we talked about the importance in Judaism of mitzvot. И когда мы говорили о важности мицвот в иудаизме. But will either way really solve the problem? Но решит ли тот или другой способ эту проблему? Because there's a problem in trying to pursue holiness. Поскольку существует проблема, если мы пытаемся достигать святости. You see, oftentimes we have a tendency to escape consequences. И очень часто мы пытаемся избегать последствий. And we deny accountability. И мы отвергаем подотчетность. So we can seek holiness, but it's our holiness, not God's holiness. И поэтому мы ищем святости, но это не наша святость, это святость Бога. And what is holiness? Что такое святость? God looks for purity of heart. Бог смотрит на чистоту сердца. That's what true holiness is. Вот что на самом деле есть святость. So, remember when we talked about mitzvot, just doing good deeds, we talked about the motivation of the heart. И когда мы говорили о мицвот, о добрых делах, мы говорили о мотивации сердца. Otherwise, our holiness could just be a false holiness. Иначе же наша святость это будет лжесвятость. And that's what Yeshua had criticized the Pharisees for. И за это же Иешуа критиковал фарисеев. He said that their holiness was just based on outward acts. Он говорил, что их святость основывается только на внешних поступках. But he said inside we were still dirty tombs. Но внутри они все еще были грязные гробы. So the reason Heschel says that we should try to be holy is he looks to Exodus 22. И Heschel говорит, мы должны святы, и мы должны быть святы, и причина находится в 32 главе книги Исход. Because the scripture says, you shall be holy men to me. В Писании говорится, что вы будете святым народом у меня. The question is, how do we become holy? Появляется вопрос, а как же мы станем святыми? He says in Psalm 34:14, depart from evil and do good, seek peace and pursue it. Псалом 33 псалом. Пятнадцатый стих. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. So, he says that if God says to depart from evil and do good, then it's all up to us to depart from evil and to be holy. И он говорит, если Бог говорит нам уклоняться от зла, делать зло, тогда выбор стоит за нами. But we have a problem with that. И у нас возникает еще одна проблема. Because none are righteous. Потому что никто не праведен. That's where we need help.
И вот где нам нужна помощь. That's where we need Yeshua's help. И нам нужна помощь Иешуа. But Judaism looks for mitzvot to find the solution. И иудаизм пытается найти это решение в мицвот. This is what Heschel says about mitzvah. И вот что Хешель сказал о мицве. He says, the mitzvah, the humble single act of serving God. Он говорил, мицва — это действие смирения в служении Богу. Of helping man and cleansing the self is our way of dealing with the problem. Помощи другому человеку и очищение себя — вот это наш способ решения проблемы. The thing is, can we cleanse ourselves? Но можем ли мы себя очистить? We even have to use soap to cleanse our bodies. Даже для того, чтобы свое тело омывать, нам нужно мыло. We have to find help from something external to us. Что-то снаружи должно помочь нам. Yet he is saying that we can cleanse ourselves. И он говорит, что мы можем очистить себя. But he says something interesting. Еще он говорит. He says, we do not know how to solve the problem of evil, but we are exempt from dealing with evil. Он говорит, что мы не знаем, как решить проблему зла, и в то же время постоянно нам нужно с ней сталкиваться. So he says, on the one hand, it's important to do good deeds, that will redeem one. И с одной стороны, он говорит, нужно делать добрые дела, и это даст вам искупление. But then again, he says, we don't know how to do it. А с другой стороны, он говорит, мы не знаем, как этого достичь. But he says, we're not exempt from dealing with evil. И нам постоянно приходится сталкиваться с проблемой зла. In other words, we're not exempt, so even though we don't know how to do good, we still have to find a way. И даже если мы не знаем, как делать добро, мы можем найти этот способ. Does this sound like a lot of trying to run around in circles? Как это звучит, как будто мы ходим по кругу? Like a dog chasing his tail. Как будто собака пытается укусить свой хвост. That's what doing good deeds leads to. Вот к чему приводят добрые дела. Right, continuing to spin around, chase your tail, but not find it. Постоянно пытаться укусить свой хвост, но он так и не достичь его. So, can you do 613 good deeds? И можете ли вы исполнить 613 добрых дел? Is that a way to live? Is that a way to live? Нужно ли так жить? It's impossible. Это невозможно. But that's the solution that Judaism offers. Но такое решение предлагает иудаизм. We have another solution. И у нас есть другое решение. Thank God for the good news, right? Благодарны Богу за благую весть. Now, Heschel says something else that's interesting. И еще Хешель очень интересное говорит. He says, good deeds alone will not redeem history. Что только добрые дела не смогут искупить историю. It is the obedience of God, obedience to God, that will make us worthy of being redeemed by God. Но только послушание Богу сделает нас достойными быть искупленными Богом. So basically, he is even saying that we can never do enough good deeds. И он также говорит, что никогда вы достаточно добрых дел не сделаете. Good deeds will not change man, and good deeds will not change history. Хорошие дела не изменят человека, хорошие дела не изменят историю. And so he comes back to obedience, being obedient to God. И он возвращается к послушанию Богу. And he says that will make us worthy of God's redemption. И он говорит, что послушание сделает нас достойными искупления Бога. But remember, yesterday we talked about how none of us are worthy of God's redemption. Но как вчера мы говорили, что никто из нас не является достойным искупления Бога. I think this is a reason why so many of our Jewish brethren are living in despair. Я думаю, вот это причина, почему так много наших еврейских братьев живут в отчаянии. Because they're trying to find redemption.
так как они пытаются найти искупление. They're trying to do good works, to be good before God. Они пытаются делать добрые дела, быть хорошими перед Богом. But it's impossible. Но это невозможно. It gives you no hope. И не дает вам никакой надежды. So, how can man atone for his sins and really find redemption? Каким образом человек может искупить свои грехи и найти избавление? It's interesting that even Heschel says that there's a limitation on the day of atonement. Интересно, что Хешель говорит, существует ограничение дня в день искупления. He says, "Let us labor under no illusions." Он говорил, давайте трудиться без каких-то иллюзий. There are no easy solutions for problems that are at the same time intensively personal and universal. Он говорит, что не существует легкого решения проблем, которые очень личные и в то же время универсальные. Right, and these problems are urgent and eternal. И эти проблемы необходимы, и они вечные. So, on the one hand, why would Jewish people labor and labor intensely if it's a false illusion? И почему же тогда еврейский народ напряженно трудится и трудится в то время, как это иллюзия? It's a contradiction. И это противоречие. We're back to the contradiction of Maimonides. И мы снова возвращаемся к противоречию Маймонида. That man will never strive enough to do good. Что никогда человек не сможет достаточно сделать всего хорошего. Yet he says that this is urgent and eternal, meaning it's an important issue. И также он говорит, что этот вопрос очень необходим и он важен. So can you imagine if this is so urgent and so important to find a solution for, yet there are no solutions, can that not drive you crazy? Поэтому, если вы видите, что этот вопрос такой необходимый, такой срочный и важный, и вы в то же время не можете найти решение. And so Herschel acknowledges something else. То как вы будете себя чувствовать? И Хешель еще говорит следующее. He acknowledges that man is very complex. Он говорит, что человек очень сложное создание. And he says that our selfish nature and vanity make it difficult for man to serve God with integrity. Он говорит, что эгоистичная природа человека и его суетность усложняет полноценное служение Богу. So, is that an excuse that it's a complex problem? Является ли это извинением этой сложности человека? And this issue of not serving God with integrity is a big issue. И этот вопрос, эта проблема нецелостного служения Богу, это тоже очень важный вопрос. Remember yesterday when we talked about mitzvot? И помните, когда вчера мы говорили о мицвот? We said that Judaism says it's more important to just do good deeds, even though your heart may not be right. И иудаизм говорит, что важно поступать правильно, делать хорошие дела, даже если ваше сердце неверно. That supports the issue that integrity is not important. И это также подкрепляет идею того, что целостность не важна. But to God, integrity is everything. Но для Бога целостность это все. Because God looks at the motivation of our heart. Ведь Бог смотрит на мотив сердца. So, how does man solve this issue that's very complex? И как же человек решит этот вопрос, эту проблему, эту очень сложную проблему? Man turns to psychology. Человек начинает использовать психологию. And Heschel says something about psychology. И Хешель также говорит нам о психологии. He says that depth psychology has made it clear to us that the springs of human action are complex. Он говорит, что глубинная психология объяснила, что происхождение поступков человека
источник происхождения поступков человека сложен. That the sub-rational either dominates or at least affects the conscious of life. Что субрациональное либо доминирует или, по крайней мере, влияет на сознательную жизнь. That the power and the drive of the ego penetrate all of our attitudes and our decisions. Сила и энергия эго пронизывают все наши наклонности и решения. We may assume that we love God, while in truth it is the ego that we care for. Мы можем предположить, что любим Бога, когда в действительности мы заботимся только о своем эго. So here he points to psychology trying to find the answers. И здесь он указывает, ссылается на психологию, пытаясь найти ответ. But psychology understands that man has a big ego. И психологи понимают, что у человека очень большое эго. And so man is driven to please his ego. И человека мотивирует его эго. And so he says that because we have a big ego, it's impossible to please God. И он говорит, из-за этого большого эго невозможно удовлетворить Бога. So he says that even when we come to seek repentance, it's impossible. И даже он говорит, даже когда мы пытаемся покаяться, ищем покаяние, это невозможно. And he says it's impossible because the truth is that our ego is more important to us. Он говорит, это невозможно, потому что наше эго более важно для нас. So what does that do for the Day of Atonement? А какое отношение это имеет к Дню Искупления? The most important day in Judaism is the Day of Atonement. Самый важный день в иудаизме это День Искупления. So he's saying that this most important day is has no relevance. It's of no use because man's ego is really what's making atonement. И он говорит, что этот День Искупления он не имеет никакого значения, никакой ценности, роли, потому что самое важное для человека это его эго. So who are we making atonement to, God or to ourselves? Поэтому перед кем мы получаем это искупление, перед собой или перед Богом? What he's basically saying is that atonement has no real purpose. Или же он говорит, что у искупления нет настоящей цели. He says something else about this. И он еще говорит об этом. He says the problem of integrity concerns not only the character of our moral deeds, but also the integrity of our thinking. Он говорит, проблема целостности относится не только к характеру наших моральных поступков, но к целостности нашего образа мышления. He says that psychological and sociological research discloses not only how the motivations of our conduct are entangled in the functions of instinctual desires, but also how the vested interests of the ego penetrate not only moral motivations, but also the acts of our cognition. Он говорит, что психологические или социологические исследования обнаружили не только как мотивы нашего поведения запутаны в функциях инстинктивных желаний, но также как законы и интересы эго пронизывают не только моральные мотивы, но также действия познания. So, the best of man's research. Это самые лучшие исследования, которые провели люди. All psychology and sociology. Психологии, социологии. Has no real solutions. И они не нашли настоящих решений. And so he says that our conduct is all entangled. We're a mess. Entangled. Entangled. Disconnected. И он говорит, что наше поведение очень такое разрозненное и разобщенное. It's like take a ball of string. Take a ball of string. And if you loosen, you try to. Это что-то подобное, если вы берете моток ниток и начинаете запутывать это все. You try to entangle a ball of string, it gets all entangled in knots. И появляются везде узлы, полностью все запутано. And so that's basically
how we are. We're just a tangled bunch of knots and strings. И поэтому вот на что мы похожи на запутанный клубок ниток. And that's the solution that psychology and sociology presents us with. Вот такое решение дают нам психологи и социологи. So he says something interesting about that. И он еще что-то говорит интересное. He says the discovery of this tragic predicament is a most painful blow to man's sense of spiritual security. Он говорит, что открытие этих трагичных затруднений это наиболее болезненный удар по человеческому чувству духовной безопасности. He says there is no depth to virtue. Он говорит, нет никакой глубины добродетели. No reality to integrity. И нет никакой реальности, целостности. So this is a big tragedy for man. И это самая большая трагедия человека. But you see how he says it's a painful blow to our security. Он говорит, заметьте, что он говорит, это болезненный удар по нашему чувству безопасности. So how are we to live in the pain of our not having any solutions? Поэтому как же нам жить с этой болью и отсутствием решения? How does the world say where to solve the problem? Какое решение предлагает мир? We can take an aspirin. Мы можем принять аспирин. We can take all kinds of drugs. Или наркотики. But that's really an escape from the problem. Но на самом деле это не уводит нас от проблемы. But even Heschel is saying there's really no solution anyway. И Хешель говорит, что нет никакого решения. And so the reality is that's what traditional Judaism also says. И реальность такова, что это об этом говорит и традиционный иудаизм. So on the day of atonement we go to make atonement to God. В день искупления мы хотим получить искупление перед Богом. But there's no real integrity. Но у нас нет настоящей целостности. But he says it's basically okay that there's no integrity because man is so complex. И он говорит, ну ничего страшного в этом нет, если нет целостности. Все равно человек очень сложное создание. And I think that's something we often hide behind. И я думаю, что часто мы за этим сами прячемся. When we say that man is so complex, there's no solution. Мы говорим, человек такой сложный, что нет никакого решения. But that's just an excuse. И это просто извинение. God holds us accountable. Бог хочет, чтобы мы были подотчетны. And he has shown us a way. И он показал нам свой путь. That way is found in Yeshua. И этот путь в Иешуа. Let's look at Romans 1. Давайте посмотрим на Римлянам 1 главу. Here Paul tells us that we have no excuse. Павел здесь говорит, что мы не можем найти никакого оправдания себе, извинений. In verse 18. В 18 стихе. It says, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness." Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ибо невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих,
и омрачилось несмысленно их сердце. Professing to be wise, they became fools. Называя себя мудрыми, обезумели. And changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся. Therefore God also gave them up to uncleanliness. Потому предал их Бог в похотях сердец и их нечистоте. In the lusts of their hearts to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie and worshipped and served the creature rather than the Creator. Так что они осквернили сами свои тела, заменили истину Божию ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца. So here we see that even God says there is no excuse. И даже здесь Бог говорит, что нет никакого извинения, они безответны. And so we've created a problem by believing the lie. И мы сами создали проблему тем, что поверили лжи. Because he says that we can see God's work everywhere. Он говорит, что Божью работу мы можем видеть везде. The thing is, will we acknowledge that God is the Creator? И вопрос только в том, признаем ли мы Бога Творца, Творцом? A friend of mine who I grew up with. И у меня есть один друг, с которым мы вместе росли. Who I walked to Hebrew school with in synagogue every day. И мы ходили вместе с ним в еврейскую школу и посещали синагогу. On the way to synagogue, we would always get persecuted by the Catholics that lived down the block. Когда мы шли в синагогу, нас всегда преследовали католики, которые жили на той же улице. The way my friend responded was by building up his muscles. И как прореагировал мой друг? Он накачал мышцы. He would exercise every day. Каждый день он тренировался. He was determined he was going to be strong. Он решил, что он станет сильным. Nobody would ever beat him up again. Никто его снова не побьет. He used to carry a baseball bat with him in the streets. И он всегда с собой носил по улице бейсбольную биту. And on his door he had locks up and down the door. И по всей двери у него, по всей высоте двери у него было несколько замков. That was his way of responding to the world. Таким образом он прореагировал, ответил миру. He also decided he wanted to be a doctor. Doctor? Doctor. А? A doctor, physician. Также он решил стать врачом. And so he became a chiropractor. You don't have chiropractors. What is it? A chiropractor is a doctor who keep on shoulders, the backs, massages. The backs. Массажист. But this doctor has to go to school just like medical school. И он также должен был посещать обычную медицинскую школу. Studies the same things that doctors study. Изучать то же, что изучали доктора. And so he learned all the things about science and biology. И он изучил все науки, изучил биологию. And when we had a discussion about God, и однажды мы разговаривали с ним о Боге. He said, "I've learned everything there is to know about science and man." Он говорит, что я изучил все, что возможно только о человеке и все науки изучил. I've learned so much that I've learned that God could not have created man. Я изучил так много всего, и Бог просто не мог создать человека. He says, "I learned that man is so complex." Я изучил, что человек такой сложный, такое сложное создание. God could not have created such a complex man. И Бог не мог создать такого сложного человека. So he became too smart for himself. И он слишком стал умным в своих глазах. Is that not how people are like? Не таковы ли остальные люди? But this really is what the scripture talks about. И об этом же говорит и это местописание. That we see God's work, and yes, God's work is complex. Что мы видим творение Бога, и оно на самом деле является очень сложным. So complex that only God could do it. Настолько сложным, что только Бог мог это все это сделать. Yet man thinks that things are so complex, only man can do it.
А человек думает, все так сложно, что только человек может это сделать. It's a matter of not acknowledging and not seeing God in everything. И это вопрос признания Бога во всем или же его отвержения. And because, as it says, they did not glorify God. И как говорится, поскольку они не прославили Бога. And so God says, okay, you don't glorify me, Бог you're going to become futile in your thoughts. Хорошо, вы меня не прославили, тогда осуетитесь вы в своих умах, в своих мыслях. So he gives us over to a debased mind. Debased mind, a futile. И он предает их суетным умам. He basically gives us over to our ways and what we want. И в основном он позволяет нам делать то, что мы хотим, и идти куда мы хотим. And so this was the same thing that we saw happening in the Garden of Eden. И то же самое произошло и в Эдемском саду. Where man didn't trust God but believed the lie. Когда человек не поверил Богу, но поверил лжи. Isn't it amazing how it's so easy for man to believe in a lie? Удивительно, как легко человек может поверить в ложь. Yet on the other hand, think that man is so brilliant that man can create all the things of the world. Но с другой стороны, человек думает, что он такой умный, такой у него хороший ум, что он может все создать. That's why I love in the book of Acts. Вот почему мне нравится книга Деяний. It talks about how with simplicity of heart they worshiped. Там говорится, что они поклонялись Богу в простоте сердца. Instead of having such simple hearts, man has created such complex psychology and sociology. И вместо простых сердец человек создает сложную психологию и социологию. And people go to school for years to become doctors of psychology. И люди годами учатся в школах для того, чтобы получить степень доктора в психологии. To try to explain to man how complex his brain is. И затем попытаться объяснить человеку, насколько сложен ум человека. And try to untangle the mess. И попытаться распутать этот клубок. And in reality, that's what psychology is all about. И в реальности это то, чем занимается психология. Trying to take this entangled mess and unentangle it. Пытаться взять этот клубок запутанный и распутать все. But there's really no solution there. Но в реальности нет решения этой проблемы. Man is too complicated. Человек слишком сложен. It's true. Это правда. But God is very simple. Но Бог очень простой. His word is really very clear. И его слово очень четкое и ясное. If we will just have faith to believe. Если бы только у нас была вера, чтобы поверить в это. But unfortunately, in Judaism we have a problem. И, к сожалению, в иудаизме есть проблема. We look to the tabernacle. Посмотрим на скинию. Which God showed was a way for man to atone for his sins. И Бог объяснил человеку, что таким образом нужно искупать свои грехи. So what do we have in the tabernacle? Что было в скинии? We have the priest coming to make a sacrifice for the sins of man. Первосвященник входил и совершал жертвоприношение за грехи человека. But does killing animals and shedding their blood really atone for the sins of man? Но на самом деле кровь, убийство животных и их кровь искупала грехи. Does that really solve our complex problem? На самом деле это помогало решить эту сложную проблему человека. We see a different solution in the book of Hebrews. И мы можем найти другое решение в книге Евреям, послании Евреям. Let's look at chapter 9. 9 глава.
I think it's very interesting what happened in New York a few years ago. Я думаю, интересно то, что произошло в Нью-Йорке пару лет назад. A day that we will remember forever. Тот день, который мы запомним навсегда. 9/11. 9/11. I think God was trying to make a point. Я думаю, что Бог пытался обратить внимание. Now it's a very sad point. Очень печальный, конечно, момент был. Because many people lost their lives. Так как многие люди погибли тогда. But let's look at this 9/11. И давайте посмотрим на это 9/11. Christ came as the high priest of the good things to come with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, but that is not of this creation. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from the dead works to serve the living God? Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. And for this reason, he is the mediator of the new covenant. И потому он есть ходатай Нового Завета. By means of death for the redemption of the transgression under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. So here we see every year on the Day of Atonement, that was the day the high priest would make atonement for the sins of man. Каждый год, день искупления, первосвященник искупал грехи народа. But here we see the uselessness of that atonement. И здесь мы видим бесполезность этого искупления. We see here that there is a tabernacle that God created that is greater than the tabernacle that man created. Что Бог создал скинию, которая более важна, более величественна, чем та скиния, которую создал человек. That's the tabernacle that no hand can build. Та скиния, которую не может построить руки человеческие. It's also the Sukkot, the Sukkah, также no это Сука. And so Yeshua is a more perfect tabernacle. И поэтому Иешуа более совершенная скиния. And so here we see something though that Judaism does not understand. И вот здесь мы видим то, что не понимает иудаизм. When it says here that we have a mediator of the new covenant. Где здесь говорится, что у нас есть ходатай Нового Завета? Judaism doesn't see a need for a mediator. Иудаизм не видит никакой нужды, необходимости в ходатае. Judaism says that we have a relationship directly to God. Иудаизм говорит, что у нас есть прямые отношения с Богом. And we don't need to pray to a mediator. И нам не нужно молиться посреднику. But we are not praying to a mediator. Но мы не молимся посреднику. We are receiving the sacrifice of a mediator. Мы принимаем жертву посредника. After all, isn't that what the priest was doing? Не то же ли делал и первосвященник? The priest was a mediator. Первосвященник был посредником. The children of Israel didn't pray to the priest. И народ Израиля не молился священнику.
because he couldn't forgive their sins. Ведь он не мог простить их грехи. But he did offer the sacrifice on their behalf. Но он приносил жертвоприношение от лица народа. And that's what Yeshua was and is, our sacrifice. Иешуа также был нашей жертвой. And so this is what we have to explain to our Jewish brethren. И это же нам нужно объяснить нашим еврейским братьям. That we are not praying to a mediator. Что мы не молимся посреднику. We are not praying to somebody who's between us and God. Мы не молимся тому, кто стоит между нами, между нами и Богом. We do have a direct relationship to our Father. И у нас есть прямые отношения, взаимоотношения с Отцом. It just so happens that our Father requires a sacrifice. Просто так бывает, что так происходит, что наш Отец требует жертвоприношения. But not the sacrifice of our own hands. И не жертвоприношения наших рук. Because our hands cannot perform that sacrifice. И наши руки не могут дать такого жертвоприношения. Just the blood of Yeshua. Но только кровь Иешуа.